сообщение загружено. О, привет всем, друзья! Вы как раз услышите аудиосообщение от моей подруги Габриэлы. Ее семья переехала в конце лета, и мне очень хотелось бы знать, как у нее дела. Проиграй сообщение, Кара. С удовольствием, Робик. Проигрываю сообщение. Привет, Робик. Как ты? Я так скучаю за тобой. Здесь все другое. Культура, музыка, особенно еда. Даже не знаю, есть ли у них здесь бекон. Кара, пауза. Сообщение остановлено. Как это? Нет бекона. Что это за место такое? Как же она выживет там без бекона? Как же сделать сэндвич с беконом без бекона? Ладно, успокаиваюсь. Дальше, Кара. Проигрываю сообщение. Самое сложное – это чувствовать себя отрезанной от друзей, семьи и, честно говоря, даже от Бога. Мне так одиноко, и кажется, я сюда никогда не впишусь. Конец сообщения. Так, я надеялся услышать хорошие новости от Габриэлы, но, кажется, эти перемены ей тяжело даются. Хотел бы я сделать что-то, чтобы помочь ей. Знаю, может, сегодняшний суперстих подбодрит ее. Прочитаем-ка его вместе. Сегодняшний суперстих – это Евреям 13:8. Он говорит: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Ух ты, какой маленький стих, а так много сказал. Проходя через перемены, мы понимаем, что Иисус единственный остается прежним. Когда вокруг все меняется, и мы чувствуем себя одиноко, нужно помнить удивительные слова, сказанные Богом в Библии. Простые истины, не бояться, потому что Он с нами, сила наша от Господа, и Он помощь наша в трудные времена. Я запишу Габриэле аудиосообщение и скажу, как я скучаю за ней, и напомню, что Бог сегодня, вчера и вовеки тот же. Бог, который был с Габриэлой здесь, сейчас также с ней и там. И это никогда не изменится. Узнайте больше о Боге и как рассчитывать на Него, загрузив бесплатное библейское приложение «Суперкнига». Там есть серии суперкниги и веселые игры. Лайкните и подпишитесь. До скорого, друзья!